В мировом масштабе 3 декабря отмечают День инвалидов. По статистике, на планете проживает около миллиарда людей, имеющих ограничения по здоровью. Все они сталкиваются с физическими, социально-экономическими и психологическими трудностями. Специальный день в году еще раз напоминает нам о том, что эти люди нуждаются в особом внимании. С 1 по 10 декабря в Ненецком округе проходит декада инвалидов. Центр занятости населения в эти дни проводит горячую линию по вопросам трудоустройства. По будням с 8:30 до 17:30 специалисты центра ответят на все интересующие вопросы по телефонам 4-23-45 и 4-33-08. Также в центре пройдут круглые столы, ярмарки, вакансии и дни консультаций. Сотрудники отдела ГИБДД по Ненецкому округу присоединились к акции. Автолюбителям вручили специальные памятки об особых участниках дорожного движения. Есть категория участников дорожного движения с ограниченными возможностями. То есть это как и водители, так и пешеходы. Есть водители у нас, те, которые, естественно, передвигаются, управляют транспортным средством с помощью не так, как обычный человек управляет, а то есть там специально приспособленный автомобиль. И, естественно, реакция его, значит, действия и реакция на какие-то, ну, немножко не такова, как у обычных людей.